парни. Вот у нас настало утро. Мы решили достать то, что я вчера привез. Вчера слишком поздно приехал, и нам с Санычем было лень все это распаковывать. Мы выпили пивка и разбазлились по домам. Вот сейчас два Юры будут доставать то, что я притащил. Если оно, конечно, все не попадало. Не попадало. Отлично. Вот. Мы перевезли Чизетту в этом прицепе и Вандерер. Что там делаете? Мы вас снимаем. Да? Вас снимаем. Как вам Вандерер-то? Вандерер нам хороший. Вандерер шикарен просто. Да, смотри, да, все да. Есть, глянь, вообще, чего даже, нет. Даже мушка даже есть. Смотри, вот это есть хрень. Блядь, это дорогая хрень. Это хрень вообще обалдительная. Космических денег стоит. Не буду показывать пальцем, но кое-кто точно обзавидуется. Ну да. Как тебе дорога? Дорога ужасная. Я вчера 40 километров ехал 2 часа. Мало того, вся подсветка сгорела. Точнее, розетка. Стопы есть, повороты есть, а габаритов нет. Ехал с аварийки. Вот такой Вандерер. Очень даже неплохой. Юрий говорит, подножка танцует. На педали родные. Очень даже неплохо сохранившиеся. Смотрим дальше, что мы тут. Сергей Юрьевич. Что? Не в то место пустили шланг совсем. Чего это? Попали. Впереди-то. Вот такая Чизетта у нас. Да передача стоит, что? Передача-то выключи. Вот такая вот Чизетта у нас. А вот что у нас на машине. Кто знает, что это за фонарик, да? Ну, какая-то прикольная штучка. Похоже на самодельную. Здесь у нас Enso OSL 201 и Чизет 175 специал. Уже на серпенсии. Я видел. Шикарно. Так, ну пока. Это мы подробнее снимем Вандерера. Какой Вандерер хорошенький, в родной красочке. Все это будет отфотографировать. Вот. Отснять. И будет у нас Вандерер. Очень хороший. Очень. Кожуха цепи на месте. Краник стоящий. Перемычка между баками, карбюратор. Все супер вообще. Фара. А вот эта штука, ой, как дорогая. Ой, какая дорогая эта штука. Ну, ручки, понятно, мы купим другие. Так это очень хороший Вандерер. Ну и через это вот тоже очень хороший. Почти донор. Думаю, мы его тоже будем восстанавливать, потому что действительно очень хороший, комплектный весь. Вот таких бы мотороллеров побольше. Не надо так залезать никуда. Вот такой у нас сух. Ну, ручная есть эта тема, но ее рычага нет. Нет, это же под негриб, смотри, под резинку. Это резинка. Это под резинку у него. Вот с ножным переключением, скажем, да? Да. Такие спецы по НСУ, ты уверен, что это 201? А какой это? Вон это 251Т. Ну, может быть, 251Т. Мы сейчас посмотрим.
Речка какая-то есть. Слушай, ну он хороший. Тур чуть-чуть зажал. О, вон нас сзади. Шлеп. О. Ну вот. Что-то помазанный он, конечно. Ну так. Посмотрим. Ну и последний мы вытаскиваем ЧЗ-175 специал. Или спешл. А он разве не просто турист, не? Нет, он спешл. Спешл плывил. Ну вот такой ЧЗ. Вот бензин есть. Да пригодите. Тут указа нету. Ну, в общем, небольшой колхозик, конечно. Ну, скажем, даже не небольшой, а нормальный такой колхоз. А зажигание без аккумулятора, да, или? Ну, вроде тоже ничего. Ну вот, товарищи, то, что я привез. Теперь мы будем это все реставрировать. Всем спасибо за внимание. Пока.